Ереван опровергает заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о наличии спецположения в трехстороннем заявлении от 9 ноября о Нахчеванском коридоре. «Никакого азербайджанского коридора через Мигри вне юрисдикции Армении не будет», заявил официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян, отметив, что в 9-м пункте трехстороннего заявления от 9 ноября говорится о разблокировке всех экономических и транспортных связей региона. Именно с этой позиции выступает Армения в вопросах об установлении стабильности в регионе и перспективах сотрудничества. Вышеуказанный пункт не содержит положения о создании какого-либо коридора с особым режимом, сказала представитель МИД Армении. По ее словам, любая дорога или путь сообщения, проходящие по территории Армении, были и останутся исключительно под юрисдикцией и суверенитетом Армении.